Свечи, хлопушки, сладости и, конечно, яркое праздничное настроение. В такой торжественной обстановке Татьяну Генову встречают на рабочем месте. По всеобщему признанию, в однолыжной школе царит теплая семейная обстановка. А юбилейную дату воспитанники, их родители и тренеры разделяют сообща. Прежде всего, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия. Ну и, конечно же, успехов в нашей совместной спортивной работе. Ура! Новополоцкая воднолыжная школа известна далеко за пределами нашей страны. Именно она явила миру элиту мирового воднолыжного спорта. В общей сложности воспитанники школы Геновых завоевали более 1000 наград на турнирах топ-уровня. 49 медалей с главных стартов только этого сезона легли в копилку новополочан. В этом немалая заслуга и Татьяны Геновой. Новополоцкой воднолыжной школе она отдала полжизни, а уже более 10 лет является ее директором. Есть результаты этого пути, есть достижения. Действительно, мы стараемся сделать все, что можем, и работники школы, и родители, именно для того, чтобы школа всегда гремела и была на высоте. Традиции, заложенные в Новополоцкую воднолыжную школу Николаем Геновым, бережно поддерживают и чтят на протяжении 50-летий. Сегодня в дюшор номер 3 города Новополоцка занимаются более 150 воднолыжников. Несомненно, вскоре на мировом спортивном небосклоне зажгутся новые новополоцкие звездочки. Ирина Шипко, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.